Неделя финансовой грамотности в регионах России стартовала сегодня в Чувашии. С 10 по 13 октября на разных площадках нашей республики пройдут семинары, тренинги, которые помогут жителям лучше ориентироваться в финансовой сфере. Повысить уровень благосостояния и финансовой безопасности граждан – такова главная задача недели финансовой грамотности. В Чувашии школьников ждут деловые игры и тренинги. Их учителей – новые полезные сведения о внедрении в предмет обществознания, модули основы финансовой грамотности. Студенты республики смогут посетить мастер-классы и молодежный форум. Для заинтересованных граждан запланированы онлайн-уроки финансовой грамотности.